Честного дня, Мария, из канала Мария Урбан. Сегодня я вам покажу мои покупки. Сейчас я нахожусь в Ницце во Франции на каникулах на лето. Так, давайте начнем. Первую куклу, которую я сегодня купила, это Венера Майнзавтра из коллекции «Новая страх бригада». Также вот с ней вот такая штуковина придавалась, и вот ее коробка. Я ее прямо тут, в этом кафе, ее сейчас распаковала. Дальше. Apple White базовую. Еще я купила серьги Monster High и резинки для браслета. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!